Специально для Сергея Кузьмянко следующая песня. Не моя. Ну что ж, большое спасибо Игорю Игоревичу.
Для нас это был действительно сюрприз, я сам об этом узнал только сегодня. Но, Игорь, у нас всегда для таких случаев припасено кое-что. В том году в нашем любимом городе произошел юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Вот, и несмотря на то, что он такой молодой, все равно наши музыканты, ну, как ты уже понял, да, очень активно себя ведут, вот как я сейчас сбил микрофон активно. Вот, и мы замечательно выпустили своими силами дисочек, который мы назвали «Зеленоградом столица». Может быть, это пафосно, но, тем не менее, музыканты сделали то, что они, как они видят это все. Мы тебе дарим на память. Большое спасибо за выступление. Это действительно исторический такой момент в нашем городе. Вот, если понравилось, приезжай еще. Мы будем этому очень рады и будем приглашать. Что же, постоянно бьет микрофон. Ой, засвистел.